сожалению, я думал, что это дело меня минует. Но это меня не миновало. То есть, 2 евроремонта я уже сделал. И потихонечку решил себе домик пристроить, не сильно большой. К сожалению, домик я какой купил? Без электричества, без всего. То есть, ну, как вы прекрасно понимаете, на телевидении, ну, есть люди, которые очень сильно богатые. Но таких всего 10 человек. И эти люди где находятся? Они находятся в Москве. Здесь же, в Магнитогорске, я такой же человек, как и вы. То есть я бы хотел построить дом и не сильно задорого. Но в связи с тем, что с деньгами у нас как-то все очень сложно, нам что от вас нужно? Нам нужно найти то место, где все это подешевле. Дешевле, чем где-либо в городе. И это место я нашел, оно находится за моей спиной. Вокзальная 5, электросила. Объясню почему. Потому что вот тут мы будем говорить о тех, кто занимается этим бизнесом. Вы же понимаете, есть люди, которые могут ездить круто отдыхать, а есть люди, которые могут просто отдыхать. Есть люди, которые хотят супер навороченно жить, а есть люди, которые хотят жить спокойно, ровно, размеренно, без психов, без всяких там тараканов в голове. Да вот такие люди, понимаете, они не хотят там жить по-другому. Им это нравится. Зачем вам нужны там бешеные прибыли? Им этого хватает в действительности. Поэтому придем сюда и покажем вам, что цены абсолютно и супер недорогие. Я вам задам вопрос. В принципе, правильный. Почему в 1988 году все строилось? И почему сейчас процедура строительства разрушает ваш семейный бюджет? А? То есть давайте договоримся. Мы строили дом за 2 года. Да все строили. Под ключ, естественно. А сегодня это кошмар. Потому что все гнут деньгу на строительстве. Мне бы этого не хотелось, но по сути я вам предлагаю варианты недорогого строительства, чтобы не рушить ипотекой то, что вы можете заработать. Да, строительство это дешевле, чем покупка квартиры. Просто зачем вам кошмар общаги? Лучше свой дом. Мы вам кое-что объяснили и теперь вам говорим, как не упираясь, сделать качественную электропроводку. Вполне приемлемый. То есть можно здесь приходить и покупать товар, да? Да, конечно, я очень часто здесь, как в принципе, сам отовариваюсь. Ну, не профессионально как бы этим занимаюсь, но для себя здесь всегда найду то, что мне нужно. Всегда здесь все покупаю. Вот вам мнение одного человека, таких будет много. Они воспринимают электросилу как недорогого и качественного конкурента тем, кто вас колбасит и не по-детски. И вот я сюда приезжаю, потому что я понимаю, что здесь, в принципе, все достаточно дешево. И посмотрев цены в других местах, я скажу, что здесь цены практически в 2 раза, а может быть, в 3 раза дешевле. То есть, когда я занимаюсь электропроводкой дома, я начинаю понимать, что круче электросилы-то ничего и нету. То есть, все, что нужно, я покупаю только здесь. Во, супер! Да потому что здесь есть все, любые провода, все розетки, весь свет, идеальное количество приблуд для монтажа, есть все и с изумительной ценой, да нет конденсаторов и микросхем. Но это-то для кого? 97% населения и не знают про это. А то, что нужно для дома, все здесь есть. Вы наверняка походили по разным конторам, да, правильно? Ну, рекомендовали тут подойти. И как вам цены здесь? Нормально, отлично. Ну вот как-то так все и происходит. В конце концов, предприниматели, хватит на нас зарабатывать. Точнее, давайте зарабатывать как китайцы. Много товара и для всех. Или вы не поняли, но Китай даванул практически весь мир. Может и вас подвинуть. Какая ситуация интересная, да? Когда я сюда прихожу, я здесь покупаю все. Все. Потому что это то, что должно быть. Потому что это электросила. Представляете, но есть другие конторы, да? Сколько пространства и нету. И мы не можем там купить все, что мы хотим купить для нашего дома. А здесь мы приходим и покупаем все. Причем цена изумительная и правильная цена. Какая-то прелесть. И очень хорошая. Ага, вот эта вся прелесть продается здесь, в следующем подразделении электросилы. На Комсомольской 17. Выбор большой здесь. Выбор большой, да? Есть все в наличии. Все абсолютно. Сейчас здесь все купим и пойдем заниматься ремонтом. Естественно, и мысль в конце концов очевидная. Если все покупать здесь, то дискаунт естественно. Кроме всего, я оставлю новинки в покое, но после просмотра в мозг залегла идея следующего евроремонта. В смысле ремонта дешевле и качественнее, потому что электрических вещей хороших много. Да,
Да. Передо мной сюда пришел просто батарейка. То есть, ну, понятное дело, куда ехать за батарейками, да? Или в ленту, или в метро, или сюда. Сюда проще. По одной простой причине, и на это все здесь деньги не наворачивают. Это все вы покупаете. Смотря то, что находится за моей спиной, да, вот это... Когда-нибудь, наверное, все это дело и закончится. И когда-нибудь я сюда приду и куплю себе то, что мне должно было быть. То есть я люблю паяльники, я люблю электрозажигалки. Кстати, электрозажигалки тоже здесь есть. Представляете, вы как бабки будете экономить. Поставили электрозажигалку со стоимостью 150 рублей. И все, и она бесконечно работает и для вас. Корова, а там есть и другие штучки. Вот. Ну и, естественно, примочки. Припой. Есть такая штука под названием отсос припоя. То есть, когда припой отсасывается. Потому что по-другому, ну как, можно вытяжку, но здесь по-другому все делается. И вообще. То есть, когда сюда приходим, появляется мысль, а почему все это дело нельзя купить для себя? Надо это делать, естественно. Ну, вы, конечно, можете мне сказать, типа заплатили, типа сделал. Может быть, вы и правы. А вот вам мнение того, кто просто сюда пришел. Мимо шел, зашел. А ценники вы знаете здесь какие? Так затрудняюсь ответить. Ну, вот то, что вы посмотрели... Ну, меня вполне это устраивает. Вполне устраивает, да? И все-таки, господа или товарищи, я не сторонник дивных цен. Они здесь не нужны. Ну зачем мариноваться, ожидая толстосума? Да нет у нас таких. Выкиньте все из головы. Мы продолжаем строиться. И так должно быть. Но почему в городе металлургов цена шлакоблока «Космос»? Почему наш металл здесь дороже, чем мы его можем купить в Уфе? Может быть, я туповат? Да нет, господа. Может быть, и у вас будет мысль продавать много. Для всех. И тогда ко мне, естественно. Я вам обеспечу качество, и народ пойдет к вам. Хватит нас доит, хватит, я вам говорю. Все то же самое есть здесь. Комсомольская 17, тоже подразделение электросила. Красиво, да? Можно туда съесть, а можно и сюда съесть. Разницы никакой нету. Мы вам предлагаем то, что нужно для вашего дома. Электричество и все, что нужно. И причем все это дело не сильно дорого-то и стоит. То есть я вам говорю, куда надо приходить. Только в электросилу.